Можно вас попросить больше по личным делам не отлучаться с маршрута? Это уже не первый раз. Это вообще не первый раз, раз 15-й уже. Вообще-то едем на работу. Я тоже еду. Ну вот, можете свои личные вопросы? Я обед взял. Вы можете решать их без привлечения других пассажиров и маршрута? Вы можете пообещать, что это было последний раз? Не первый раз, но первый раз ездил. Вы можете пообещать, что это последний раз? Меня не интересует, первый это раз у вас или второй? А что, без обеда я представляю? Я на обед, когда ухожу, у меня клиенты от этого не страдают. У меня есть обеденный перерыв. А решайте. Я поехали, во-первых. Вы и так задержите движение и маршрут. Личные вопросы решайте, пожалуйста. Вы нарушили движение я на маршруте. Не. Вы меня оскорбили. Как вас зовут? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя. Фамилия, имя. Вы меня оскорбили. Ваша фамилия, имя.